Действие распылителя основано на законе Бернулли. В камеру нагнетается воздух от пылесоса или от воздуходувки. Движение воздуха в камере показано стрелками. Правая часть камеры сужена, воздух выходит из правой части камеры с большой скоростью, в результате чего в этой области давление P2 становится существенно меньше атмосферного давления P1. Поэтому атмосферное давление вгоняет жидкость в трубку, которая, попадая в струю воздуха, распыляется. Посмотрим опыт. Видна камера, которая соединена с воздуходувкой. Внутри камеры проходит трубка горизонтальная. Она изгибается и под прямым углом входит в жидкость. Включим воздуходувку. Хорошо видно, как вода, поднимающаяся по трубке, распыляется в воздушной струе.